Всем привет! Видео для самых начинающих пчеловодов. Тема: как сделать отводок. Май-июнь – самое время расширять пасеку. На это время мы имеем две пчелосемьи, довольно-таки сильные. Выбираем одну пчелосемью, у которой 21 рамка, все обсижены пчелами, и с нее вполне можно забрать 3-4 рамки с пчелами. Осматриваем эту семью. Находим матку. Вот она, красавица, вся в работе. Работает, сеет, все как положено. Нашли матку, аккуратненько отставляем ее в сторонку. Находим ячейки, в которые матка только сегодня посеяла яички. Они прямо стоят в ячейке, стоячие такие вот. Это однодневное яичко. В новом отводке с этого яичка пчелы вырастят матку молодую. Этот улей может вмещать многое количество рамок. В самое необходимое условие он должен вмещать не менее 5 рамок. Находим рамку с медом. Этот мед пчелы будут кушать. Находим рамку с пергой. С этой перги пчелы будут делать корм для нового потомства. Все эти рамки ставим переносной ящик и подносим к новому улью. Он уже у нас стоит на месте. В любом улье рамки располагаем напротив литка. То есть центр нашего гнезда находится напротив литка. Рамки располагаем следующим образом. Соответственно... Плюс с большого улья еще можно струсить пару рамок с пчелами. То есть пчел струсить, а рамки поставить обратно в старый улей. Когда пчелы оказались в новом улье и не имеют матку, они мгновенно начинают выращивать матку новую с имеющегося яйца. Пчелы поняли, что к чему, и начали закладывать маточник. Маточник они делают с того же самого яйца, с которого бы вышла пчела. Но в маточник они закладывают корма намного-намного больше, чем необходимо для выхода пчелы. При наличии такого большого корма в своей ячейке, с этой ячейки выходит пчела, так скажем, то есть матка большего размера, чем пчела. Календарь матки. С 1 по 9 день пчелы постоянно увеличивают ячейку, в которой находится это яичко, и постоянно добавляют туда корму. На 5-м дне яйцо превращается в личинку. На 9-м дне пчелы запечатывают этот маточник, то есть закрывают его крышечкой восковой. 10-й день личинка превращается в куколку. Шестнадцатый день. Молодая матка выходит с ячейки. С днем рождения, наша труженица!
Если в улье было много маточников и вышла первая матка, первым делом она старается поразрезать, то есть уничтожить все остальные маточники. И пчелы в этом помогают ей. Обычно они разрезают эти маточники ненужные сбоку, а матка, которая первая вышла, она выходит сверху маточника. С 17 по 21 день матка находится в улье. Она так называется дозревает. 22-24 день облет матки. В теплую погоду примерно с 10 до 3 дня матка покидает свой улей, то есть вылетает с него, летит за 7 километров и спаривается со многими трутнями. Затем она прилетает в улей, так сказать, запечатанная. 25-27 день, в эти дни организм матки осеменяется, то есть происходит осеменение. И наконец, с 28 дня молодая матка начинает сеять маленькие вот эти яички. В это время мы осматриваем улей и видим, молодая матка начала сеять. Вот мы видим уже отложенные яички, свеженькие. Если имеются маточники, и вы чувствуете, что у вас семьи сильные, то в принципе можно один из этих маточников использовать еще для одного улья, то есть еще для одной семьи. После того, как мы видим, что в этом улье, значит, вполне нормальная работа, матка сеет, значит, пчелы работают, и он начинает развиваться. В него можно добавить еще рамки с расплодом. То есть мы находим где-то рамки еще с тех ульев, которые у нас есть, и по одной, по две рамочки можно сюда подставить. К осени эти пчелы, этот отводок, вполне догонит те семьи, которые, значит, у нас сильные были. Календарь вывода матки. Вот тут, а вот тут. С
Всем спасибо за внимание. Если кому-то помог, значит, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, где я буду показывать вот такие вот незатейливые вики. Всем всего хорошего. Удачи, ребята.